Это был один из первых приемов постановки света на циклораме. Бывает, надо сделать так, чтобы у вас нет такого количества источников света, но нужно все-таки получить каталожку и хотя бы хоть какой-то светлый фон. Что мы можем сделать здесь? Смотрите, мы можем, пока отключим заполнение, у нас нет 5 источников, но что-то делать надо. Очень часто во многих студиях вы увидите 3 источника в базовой комплектации зала. Что делать, если у вас 3 источника? В первую очередь вы максимально близко ставите модель к фону. Сделай, пожалуйста, 2-3 шага прямо туда. Ага, еще чуть-чуть. Еще. Вот так. Вы ставите, чтобы от фона был буквально там метр. Чтобы свет, который вы поставили на модель рисующей от камеры, максимально освещал фон. Даже можно еще полшага назад. Дальше. Вы подкатываете источник света, но с запасом метра на 2-3. Вот так вот. Опять же, так же, чтобы нам хватило освещать в полный рост, я не меняю угол на источнике света. Дальше. Вам нужно получать максимально мягкую картинку, и у вас, представим, что студия не белая. Поэтому вы с двух сторон ставите 2 белых флага. Точнее, они будут работать как отражатели, а не как флаги. Примерно на расстоянии где-то 1-1.5 метра, чтобы модель могла спокойно двигаться. Что они нам дадут? Так как заполнения у нас здесь много нету, они будут брать свет от рисующего источника и заполняющего снизу, и дополнять вот здесь, чтобы сделать свет более мягкий и убрать тени, которые будут появляться вот здесь на градиенте. Поэтому, если вам надо теней еще меньше, вы можете поставить флаги еще ближе. Я их обычно ставлю где-то 1-1.20 метра от нашей модели. Вот так. Дальше, у нас есть рисующий источник, и нам не хватает снизу немножко заполнения. Чтобы здесь их хоть как-то заполнить, я беру максимально, который я найду, источник света большой в студии. По ногам светить уже вариантов тоже у нас нету. У нас есть вот такой софтбокс, который в большинстве студий есть. Это 3x4. Я его опускаю вот так вниз. Там у меня мощность 8. Здесь я поставлю мощность 7. И ставлю так, чтобы он у меня хоть немного не перегораживал, откуда я буду снимать. И направляю его на нашу модель. Вот так. На пол и модель. Буквально, чтобы подсветить вот это пространство, потому что до сюда мне не хватит этого источника. Если я его начну отодвигать дальше, да, мне его хватит осветить в полный рост, но свет станет слишком контрастный, будет становиться жестче просто. Давайте посмотрим. У меня весь свет выключен, 2 источника света и 2 пенопластовых панели. Выставляем свет, чтобы он был ровный, делаем тестовый кадр. Смотрим, что получается. Так, модель у меня немножко пересвечена, поэтому сейчас источники чуть-чуть отодвинем, чтобы не... И немножко уберем вот так. И я просто поставлю ISO 100, чтобы ничего не менять. Вот так. Делаем тестовый кадр. Проверяем. Вот у меня получилось равномерное освещение, но снизу у меня фон стал светлым. Поэтому возможно, что у меня даже одного источника света, скорее всего, сейчас хватит. Давайте уберем здесь и сделаем еще один тест. Да, вот как ни странно, мне одного источника света здесь на самом деле более чем хватает. Если я хочу сделать фон светлее, я просто эту всю конструкцию буду пододвигать ближе. Делай еще полшага назад. Еще чуть-чуть. Еще. Двигайся. Еще. Ага. Я пододвигаю максимально близко флаги. И чуть-чуть, так как модель сдвинулась, рисующий свет ставлю чуть больше сюда. И чуть-чуть разверну на нашу модель. Вот так. То есть у меня расстояние от источника света до модели примерно 2,5 метра.
делаем тест. И вот такой вариант фотографии у нас получается. Если у вас нет возможности сделать много источников света, не мудрите. Сделайте простое решение, которое выглядело бы вот так равномерно и красиво. Здесь надо будет потом просто градиентом на где-то ступени экспозиции подтянуть снизу, чтобы не было такого светлого пятна от октобокса, который у меня там стоит. И можно поснимать несколько кадров. Давай сделаем пару дублей. Ага. Отлично. Ну и сделаем план покрупнее. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот я баланс белого уже подвыровнял. И вот такое равномерное освещение у нас получилось. За счет того, что у нас стоят два флага сбоку, вот здесь, и большое пространство белой циклорамы снизу, мы получаем понижение контраста, заполнение теней, и картинка выглядит в целом очень даже хорошо. То есть если у вас нет много источников, не мудрите, попробуйте сделать такой white cube с одним направлением света в формате октобокса, либо 180 на 120 софтбокс есть, тоже будет решение отличным. Это может выглядеть очень достойной фотографией, и такой прием можно использовать на съемке на выезде, когда вы приезжаете в шоурум, либо в компанию по производству одежды. Я думаю, данные варианты съемки на циклораме вам помогут очень быстро научиться снимать каталог в стандартном варианте. А мы пока отпустим нашу модель переодеваться, сделаем небольшой перерыв и посмотрим, как еще можно снимать каталог и как это снимают европейские бренды, а не классический вариант российского подхода.